Привет, друзья! С вами на связи Иванова Лариса. Я только что вылезла из бассейна и хочу вам показать вот спа-зону отеля «Мариот 5 звезд» Красная Поляна. Вот здесь есть спортивный зал, который работает круглосуточно. Это спа-зона. И здесь есть все необходимое. Вот здесь мы берем полотенчики, халатики. Хотя это все есть, естественно, что и в номере. И вот так вот мы проходим дальше. Постараюсь быстро про где-то показать. Вот, вот такой вот шикарный зал. Вот, очень, конечно, покорила люстра. Невозможно красивая. Везде вот такая вот зона отдыха. Диванчики с хорошенькими подушечками. Кафе. Вот. Ну, достаточно все эстетично и симпатично. И вот это здесь бассейн. Вот здесь купаются малыши или те, кто хотят погреться, здесь теплая водичка. Ну, вот такой достаточно просторный, светлый бассейн. Единственное, сказала, что нужно, порекомендовала сделать поручни, потому что очень хочется помассировать свое тело, шею, спину, но тебя просто сносит. Я вешу примерно 58-59 килограмм, мне трудно удержаться. Но стоял такой мужчина, знаете, более крупный габаритов, он стоял спокойно. Поэтому попросила его, он некоторое время был моим поручнем. Но если у человека вообще бараний вес, то, конечно, удержаться ему здесь достаточно сложно. Вот, это минус этого бассейна. Хлоркой пахнет мало. Вот, есть зона отдыха, вот такие вот дорожки, чтобы не подскользнуться. В принципе, все нормально, достаточно симпатично. И хочу еще показать, что здесь есть. Я не буду заходить в массажные, там разные отделения. Вот, потому что здесь очень много всевозможных кабинетов. Вот, но покажу. Вот. То, что заслуживает внимания. Вот здесь вот теплая водичка. И везде вот такие вот зоны в египетском стиле с подушечками. Очень много людей приезжают с малышами. Здесь отдыхают. Вот. Это здесь парная, там сауна, можно сразу прыгать в холодный бассейн. И если мы пройдем сюда, здесь душевые кабинки, душевые. Далее. Так, хочется показать еще, где она есть. Да, хамам хочется показать, тоже такой интересный, заслуживающий внимания. Такие мужчинки симпатичные ходят. Вот. Не буду здесь долго держать фотоаппарат, потому что стекло мутнеет просто на глазах. И это плохо сказывается на здоровье фотоаппарата. Поэтому быстрее покидаем это место. Вот. Да, теперь я иду далее. У меня поход в ювелирный магазин. Пока-пока, друзья. С вами была на связи Иванова Лариса из отеля «Мариот» Красная Поляна. Пока-пока.